Берки за Снейпом, он входит и говорит всем: уважай меня, да? Подходит просто к рандомному парню, просто из Хаффлпаффа подходит, такой: слышь, а ты, кстати, собственно, уважаешь меня? Ты меня уважаешь? Потом он к Альбусу подходит: ты меня уважаешь, ты Север, ты задолбал. Котвис, он... хорошо сделал, молодой Гриффиндор, но вам нужен правильный пароль, я открою его вам. А это неправильный пароль был, но ты все равно открыл. И вот если ты идешь в лесу, видишь, на пне стоит тарелка с макаронами, ты ее себе берешь, возвращаешься обратно к себе домой, на урок к Снапи. Он говорит: Somebody touch my spaghetti! Когда уже как бы девушка, да, залезла на кровать, уже готова, да, все, ко всему. А ты тролл! Правда, Поттер? Правда, и так вперед, 3, 2, 1. Алоха тебе, таравишь с тобой. С тобой снова Болби Строгановский, и сегодня вы снова... Я, точнее, сегодня, наверное, минут 15 назад пошел покушал и продолжаю проходить Гарри Поттера. Сейчас я выучил великолепное заклинание Вердебелеус. У меня даже, по-моему, какая-то старая серия с Гарри Поттера начинается именно вот так же. Что, типа, я говорю, что я изучил Вердебелеус, я классный парень, и все, и потом миллион просмотров. Ну, именно вот так все было. Сейчас я, наверное, еще запишу один часовой видос на несколько серий. Я прекращу, потому что что-то я как-то не подрасчитал. Потому что 100% прохождение слишком многих усилий требует, слишком. И сегодня я, наверное, еще одна вот эта часовая серия и все. Но потом я обязательно это продолжу. Как раз у меня будут новые силы на вагонетке с погаными гоблинами. И тогда вообще все разрывательно будет. У меня, по сути, осталось только вот сейчас побегать в подвале. Я выбегаю, мне говорит... Привет, Гарри, у вас есть приятная новость. С оставшимся временем используем склад для сбора котлов. Если доберешься до угла, приходи спросить у меня. Приятная новость, очень приятная, мне понравилась, Ник. Очень классная. Да. Все. Пока. Сейчас, пока ты будешь наслаждаться. Это ж типа 100% прохождение, я еще не знаю, как я буду все это монтировать. Возможно, ты насладишься вот эти вот летсплеи, и как я двигаю котлы, это вообще просто эмоджи занятие. Там, наверное, мандаринов переборщили, поэтому оно зеленое. Докатался. Нормально, сейчас если эту карту дадут, и все. А с тобой 10 карт, а их всего 17. 3 у гоблинов, которые будут очень скоро, уже я просто думаю. Хотя, сейчас, если час, я думаю, сейчас я до гоблинов дойду. У меня такое ощущение. Здорово, Гарри, ты преодолел преграды и добился своего? Мне еще дали какую-то Моргану де ля Фей. Кассандра Вабладски. Мне так нравится, когда выговаривают на английский всякие такие инородные фамилии. Кассандра Вабладски. А, еще раз. Кассандра Вабладски. 97-й год. Автор «Завтра без тумана». Еще бы Гарри когда-нибудь прочитал эту книгу. Вообще было бы классно. Короче, кроме карты, ничего. Еще ж гонка с Пивисом, по-моему, нет? Это в этой части? За пакет? Да, это в этой... Я вспомнил. Здорово, Гарри! У нас есть приятная новость. Оставшуюся временем используй склад для сбора котлов. Если соберешься до угла, приходи спросить у меня. В двух комнатах сразу место занимает. Поганый ник, серьезно. Ох, как быстро что-то передвигаются они. Те котлы помедленнее были. И вот так, бам! Не то! Я хотел красиво сделать, я хотел понтануться перед девочками, но у меня не получилось. Как обычно, понтануться, да? А, что? А он не тыкается. А он не двигается? Это прикол? Он не двигается вправо. Смотри. Блэд. Ник, я, конечно, все понимаю. Ох, ни хрена, ты запрыгнул, Поттер, ты чё? Карту? Пожалуйста. Ой, собрать тебе все котлы? Собери мне все котлы и отдай карту, пожалуйста. Что это? Привет, Гарри, да, мы же не виделись с тобой, да? Чё за бред? Котёл просто не двигался вправо. Ну вообще не двигался вправо, он просто встрял. Спасибо. Отлично. Зажидил карту просто, Николас. Я больше чем уверен, он не хотел мне ее отдавать. Все равно с этого края пойду, я дерзкий. Ну? Нет.
башни. Да, котлы. Ла-ла-ла-ла-ла, ты ж ни хрена не сделал, иди делай, иди работай, Поттер. Удар, последний, коронный. За кого я так долго мучился? Здорово, Гарри! Парень с письменами древними египтянскими. Боуман Райт. Даже не понял, как его зовут. Просто Райт. Куда Райт? С бумагами. Ну что, Медивал? Неизвестно, президент? Боуман Райт. Боуман Райт. Блин, не то, Балазар. Нет, не Балазар. Боуман Райт. Знаменит развитием золотого воровства. Знаменит развитием золотого воровства в 1935 году. Да, знаменитый вор. Золотой. Все золотые запасы Николая II спер именно Боуман Райт. Главное, вот у него была мечта, еще с детства. И он стремился к своей мечте, и осуществил ее. Развил золотое воровство с нуля абсолютно. Мужик, респект таким пацанам, да? Сразу лайк и репост себе на стену этой фотографии. Ой, блядь, Николас, ой, Николай. Знаешь, умные парни не попадают, во-первых, не проходят мимо котлов, а во-вторых... Не сразу. Как настоящие стратеги в голове уже придумали план у себя, как они будут двигать эти котлы. И двигают их, что немаловажно. Девчонки, за таких хвататься надо. Да ты пройдешь мимо котла, сука, да вот так! Сейчас, подожди, я допхую. Котел, ты, конечно, у меня СВН. Все. Вот такое расстояние, и он не проходит между этим расстоянием. Чё? Да, я добился своего, я начитанный. Додрик Гриффиндор? Додрик Гриффиндор. Додрик. Угу. Ну что, Додрик, посмотрим, когда ты жил? В Медивале, небось? Ты ж любители медивалов. Меливал, да, ты неизвестно. Сооснователь Хогвартса дал свое имя четырем домам Хогвартса. Четырем домам сразу. Салазар Слетелин только пожертвовал свое имя ради одного факультета. Сразу четырем домам свое имя дал, да? Забирайте. Мне не нужно, да? Имя Додди Гриффиндор не пользуется успехом у женщин. А, блин, там же сейчас... Эдик МакГонагал же еще на пару надо будет... Вот! Ладно, тут я буду скипы использовать, потому что это... Я не хочу к нему бежать обратно. Потому что это ГГ. Варить я тоже не буду, хотя можно попробовать посмотреть эти ингредиенты. Они все те же? Там используются мандарины или уже все новый какой-то рецепт? Ты записывай. Сейчас смотри. Поехали. Записывай. Одну пинту гранутского сока. Пиши, пиши, пиши. Две капли мускуса. Две капли. Семь фанги. Очень важный. Перемешиваем. Ментол. Вишневый сок. Мандарины. Капли воды. Мускус еще разочек. И лунные капли. Не благодари. Да. С вами был телеканал Еда. И я Лазерсон. Всем спасибо. Здорово. Почему ты мокрый, Поттер? Напились, Поттер, посмотри на меня. Я молодой Поттер, вы устали, но что делать? Вам в зоопарке место? Возьмите зеркало. Лучше всего носить красивый мешок. Затроллил, убежал, все. Сам пошутил, сам посмеялся. Мой стиль жизни, лайфстайл. Угу. Записывай, да? Я Лазерсон, да? Телеканал Еда. Ладно, я шучу, естественно. Ну, сам пошутил, сам посмеялся, как и сказал. Все. Че? Какие ко мне претензии, я не понял. Темница, темница. Вот кто из того шкафа читает книги? Вот, допустим, я Равенкловец. Мне сказали написать доклад о лунном камне. А книга, о, там, вот, вот на нижний, вот, смотри. Сейчас я прям покажу. Вот, бля. Вот, вот тут. Вот. Эта книга. Вот она. И все, меня изгоняют из Хогвартса. И я же должен именно там читать эту книгу, потому что... Мистер Поттер, а вы не знали то, что библиотечные книги нельзя выносить из библиотеки? Что? Вообще-то можно. Ну, это так, к слову, Северус, я, конечно, не претендую на звание лучшего библиотекаря сезона, но все же. Ого! Влетаем.
А, подожди, если я упаду... У меня же бобы не всегда надо сохранять. Надо потом бежать к нему обратно. О! Ну почему так долго и сложно все? 55%. Да и почти близок. Гоблины, они чувствуют, что скоро придет главный развиватель золотокражи в мире, Гарри Поттер. И будет выигрывать все золото у них. Кнаты, сикели и галеоны. Ай! Все сразу. Что это за пол? И в зеленой жиже какой-то непонятный. В зеленой жиже. Подарите Поттеру бутсы. И в этой комнате еще жабы стреляют из попы огнем. Ну понятно, конечно. Жабы, черепахи. Вся комната состоит из одного желтого глаза и четырех черепах, стреляющих из попы огнем. Невероятно полезная комната. Если кто-то скажет, что, мол, она бесполезная, зачем она есть? Я не понимаю таких людей. Серьезно. Поясни мне свою причину, почему ты считаешь, что эта комната бесполезная? Я лично не представляю ни одной причины, почему она может быть бесполезной. Вот прям напиши, напиши, почему эта комната может быть бесполезной? Если ты считаешь, что эта комната не бесполезная, ставь лайк и рассказывай это друзьям, то что эта комната не бесполезная, да? А, да, все, Томас. Не туда. А, стоп. Я был там, я вышел. Да, все, нормас. А, да, все, нормас. Да. Все, я несколько раз вспоминал пути. И, по-моему, я вспомнил пути. Хотя... По-моему, не вспомнил. Ну и ладно. Значит, будем действовать по наитию. Запоминать пути, это, понимаете ли, для профессиональных вот этих вот ориентированных парней, а... Зачем? Всегда ж по наитию веселее идти. Опять бездна. Опять бездна. И два... Два стола летающих. Ну понятно. Бездна. Угу. Почему весь Хогвартс не поставили? Вот почему сюда лестницу поставили? Чё б сюда стол не поставить летающий, а, пацаны? Чё-то как-то не продумано. Или всё-таки хватило бюджета на лестницу? Или это как в Симсе, да? Чтобы сделать парк трёхзвёздочного уровня, тебе нужна одна лавка, один фонарь и один жареный барбекю. Это спасибо, у меня лучший парк в мире. Ни хрена нет, зато одна лавка, барбекю и фонарь. Ура! В будущем я буду предпринимателем. Фу. Е. 110. Долго будем смотреть на сыпание очков, но до этого долго еще. Все нормально. Что-то заклинание поставил. Кому нахрен сралось это вообще заклинание? Гарри Поттер сидит в подвале. В подвале. Все равно из него есть выход, через который он зашел. Там, где стоял Северус Снейп изначально. И сказал, типа, Гарри Поттер, конечно, ты дурак, ты не можешь качать права, все дела, все, тыры-пыры. Да? И помер еще. Все дела, как бы, ё-моё, да? 5-20? Он не может выйти. Потому что Волдеморт хитрый парень. Он забаррикадировал один из 80 выходов из подземелья. И Гарри Поттер обязательно пойдет по тому, который забаррикадирован. Потому что Гарри Поттер гений. Не признанный. Слава богу, что не признанный. Если бы его признали, это, конечно, жесть была полнейшая. Ура, 80-очка! Только выйти еще из подземелья. Вообще в тему. А, мне же убить надо. У меня 100% прохождение, да? Я что-то привык его не убивать. Главное, на нем нарисован лев Гриффиндора. Лев Гриффиндора. Это бывший гриффиндорец. Но он не ходил на пары. Смотри, что с ним стало. Топ-10 персонажей, чьи жизни сгубил Хогвартс. Мэтью. Блин, Мэтью. Ой-ой-ой-ой. Как? Мэтью, не надо. Ну, сгубили тебе жизнь, не губи другим людям жизнь. На обратном пути его добью. Все, потом. Постоит без головы пока. А, тут же жабы. Ура, хорошо, что я догадался сюда зайти. Обожрался шоколадных кукушек нормально. Теперь все 12 учеников Хогвартса смогут выходить через эту дверь. Нахрена там Ник стоит? Он специально ждет меня, чтобы сказать: Гарри Поттер, ты молодец, иди к МакГонагал. Спасибо, Ник.
Не зря ты мне 20 часов стоял, ждал перед этой дверью. А если бы я пошел другим проходом? Ты все равно стоял, ждал? Ай, как мне убежать? Так. Он не может вот так вверх просто подняться? Нахрена ему крутиться? А вдруг у кого-то турбулентность? Как это называется? Ну, болезнь, когда... Вестибулярный аппарат у тебя не новый. Не Алмак 01, да? Все. ГГ. Что это за... А, это котел кипит, да. Пустой. Я же там сварил уже. Сломанная дверь открылась сама. Джиа-бой! Еще 2 минуты геймплея. Очень интересного. Молодец, Гарри, ты прошел все 4 курса, и не придется остановить студентов, изучающих сам. Это про Волан-де-Морта. О, посмотри время, ты просидел здесь столько времени, класс рефлекурации начинается. Не опаздывай, профессор Макгонагалл, глава Гриффиндора, не стоит сердить его. Класс рефлекурации наверху. То есть он сказал, все, то, что ты убрал это заклинание, теперь Волан-де-Морт не сможет остановить учеников, которые будут здесь бегать. Ты столько много времени просидел здесь. Ничего не делаю, просто кайфую. Ну, жопе ровно, почему нет? Просидел. Потому что я побегал по 4 разным местам, побивал глаза, которые закрывали печать древней магии, самой страшной в мире. Просидел здесь, малец. А где Фред, Георгий? А-а-а, как зло жда. Только не надо закрывать, пожалуйста, потом на замок, за мной дверь. Я выйти хочу потом оттуда. Мне по приколу просто выходить из места. Все, мне осталось вот еще 3 карты вычеркивать. Это 3 карты. Сейчас мне еще, по-моему, перчатку задарят, да, Таноса? Эй, Гарри, ты достал зеленую фасоль! Здорово! Пароль к портрету Вангливорт! Вы нормальный пароль не могли придумать? Это желтый фасоль, зеленый фасоль, Вангливорт! Здорово, ты с паролем! Наконец-то ты в безопасности. Че, показывай мне свои места? Ну и че? Квидич армор, суперзащита против бладгеров, полезна для матчей. То есть это просто защита от бладгерцев. Да что ж ты, я думал, это автоматический игратель. За тебя в квиддич. Почему нет? Я так надеялся. Защита от бладгерцев. Они ж только по рукам бьют, эти бладгерцы. По телу никогда они тебя не ударят. Они добрые. Я только руки тебе ломают и все. Я, наверное, остановлюсь как раз вот на косой аллее. Я туда приеду. Мне Хадрик скажет, мол, да. И все, и на этом закончу. Let's play. Сейчас уже, наверное, до серии закончится где-то по 20 минут. Их буду делать, я сейчас подумал, пока кушал. То, что 20 минут это прям оптимал. И чтоб у меня заливалось это не миллион лет. И чтоб ты смотрел не миллион лет, да. Все было хорошо. А, да! Я же сейчас буду за Кисси прыгать. С этим, с Николасом. А одна в лесу лежит. Наверное. Не, в лесу подожди. Не, лес это не та часть. Блин. Да, я перепутал. Здорово. Приходи наверх замка, хорошо? Посмотри на Филча и его конку, миссис Норрис. В любом случае, у нас есть паром к портрету и красная фасоль. Ты понтуешься, парень, да? Зачем мне тогда нести ее? 100 штук вам, если у вас есть красная фасоль. Зачем? В чем смысл этого? В чем посыл? Тупняк. Ой, мой профессор МакГонагалл. Ее занятия просто самые лучшие. Особенно добираловка к ней. Так удобно, без пересадок. Задешево. Видимо, преподавателям по приколу, что у них так мало учеников ходит на пары. Меньше народу, больше кислорода. Присоединяйся, Гарри, мы начинаем трансфигурацию. Трансфигурация на более сложная, опасная отрасль магии, особенно по коту, нарисованному слева. Все, кто ходит вокруг моего класса, подвергаются опасности. Да. Посмотри на это движение по экрану. Нажми соответствующий символ. Закончи каждое предложение 3 раза для изучения трансфигурации. Я могу в кисю превращать предметы?
Вот такую именно, как на доске. Барсик, Барсик, прибеги ко мне. Прибегает вот это вот, скажи, слева. А ты, между прочим, трансфигуролог. Все, кто проходит мимо твоей комнаты, подвергаются опасности. Отлично. Да блин, нет. Мне теперь полтора часа опять. Да нет. Я залошился опять. Я бог, я могу... Да нет. Я почему-то, когда смотрю на X, я представляю Xbox-овский контроллер, а сейчас я тебе покажу, сейчас я закончу куда-нибудь. Да блин! Ты дурак, когда-нибудь закончится или нет? Как же ты задолбала, женщина. Можно я пойду домой? Меня ждут в Гриффиндоре. Меня на ужин Дамблдор ждет. Пожалуйста, можно я пойду? Perfect. Все, я пошел. Ура! Хорошо, класс, переходим к заклинаниям на практике. Гарри Поттер, кто же еще? Понятно. Ага. Я забыл, что я хотел сказать, ну понятно. Привет, Гарри! Сначала используем заклинание для статуи. Теперь нажми на символ правильное время для перевода статуи в иное состояние. Посмотрим, что ты превратишь в статую. Посмотрим, во что ты превратишь статую, то есть ты даже не знаешь. Сначала используй заклинание для статуи. Это новое состояние, все понятно. Алмазов тут главный! Да. Блин! Беда. Без воздуха трудно. А почему не квадратик, кружочек, крестик, квадратик, кружочек? Спасибо, мистер Поттер. Обратное преобразование. Вот обратное преобразование. Обратное преобразование. Я обратно не преобразовываю. Вот я когда смотрю на крестик, у меня вот, видишь, кнопка, крестик. Я поэтому жму на квадратик. Ну так, еще пару раз, когда мне нужно было пойти до крестика, я нашел на треугольничек, но это уже совсем другая история, я уже выходил. Угу. 126, ебой. Ну и все, проигрывают миллион очков, мне вообще пох. Пафлпаф. 67. 181. Вот я не понимаю, если честно, этой фишки. Все подобрали по 100 с чем-то очков, и Хаффлпуф такие... А, чё, очки надо было набирать, да? Ой, блин, что-то... Что-то я забыл, только очки набирали. А, точно, участвовали в гонке факультетов. То ну все так орут, когда Слитерин выигрывает по очкам. Слитерин не радуется, то, что он выигрывает по очкам? Все просто улюлюкают, что Слитерин выигрывает по очкам. Всем не нравится Слитерин.